Здравствуйте, я сегодня создам урок, как переслать мне фотографии. Вот сообщение, вот моя страничка. Друзья. Так. Чтобы переслать фотографии в сообщение, мы должны нажать вот на эту скрепочку. Потом фото с компьютера или фото это с одноклассников. Например, фото с компьютера. Мы на своем компьютере ищем фотографии, которые мы хотим переслать. Ну, например, ищем папку, где находятся фотографии у нас. Ну вот, например. Нажимаем на фотографию. Ну вот, сейчас я вам покажу фотографию. Так. Рабочий стол. Вот фотографии, например, мои. Жмем. Открыть. Она должна прогрузиться. Вот, зеленый индикатор сейчас пойдет. Ждем, пока не пойдет. Вот, зеленый индикатор прошел. Мы даем отправить. И вот фотография ушла. Сейчас она придет. Это вот одноклассники так плохо работают. Вот, она ушла в сообщение. Вот так мне передайте, пожалуйста, фотографии. Это мы фотографии загрузили с компьютера нашего. Но если мы хотим с одноклассников, мы нажимаем на фото. Вот наши фотографии в одноклассниках. Вот наши личные. Вот наши папки с фотографиями. Вот личные. Жмем. Зеленый, вот, выделилась, зелененьким, выделилась. Мы эти фотографии выделили. Жмем «Готово». Они также загружаются у нас в «Одноклассники». Зеленый индикатор сейчас пойдем. Мы должны ждать, пока они все прогрузятся. Ждем, сейчас пойдет зеленый индикатор. Это вот одноклассники так плохо работают. Ждем. Так, не хотят они грузиться. Сейчас я выберу другие. Вот. Готово. Ну, может, они пойдут? А, они пошли, они сразу же загрузились. И вот фотографии ушли в сообщение. Спасибо за урок, пожалуйста, приготовьте мне фотографии так.